Собственная безопасность во время езды на автомобиле важна для каждого водителя, а безопасность детей еще важнее. Ребенок является самым незащищенным участником дорожного движения, и ему необходимо обеспечить комфортную поездку. Так, инспекторы Щелковского отдела ГИБДД проводят ежегодное профилактическое мероприятие «Внимание, дети», в рамках которого информируют автомобилистов о необходимости наличия автокресла, в том случае, если в машине едет маленький ребенок. Связано с уходом детей на каникулы. Очень много времени будут дети проводить на улице, в том числе передвигаться в качестве пассажиров в салоне автомобиля. Очень важно не допускать нарушений перевозки несовершеннолетних пассажиров. Водителям нужно помнить о том, что за отсутствие автокресла для ребенка им грозит штраф в размере 3000 рублей. Но это сущие пустяки в сравнении с тем, какой серьезный вред может быть нанесен жизни и здоровью маленького пассажира в случае автомобильной аварии. На дорогах, если ты даже едешь спокойно, все равно может возникнуть ситуация. Не ты, так тебя. Поэтому, конечно, без кресла никак. Инспекторы ГИБДД могут оштрафовать вас не только за отсутствие детского кресла, но и за то, что оно неправильно установлено. Также автокресло должно обязательно соответствовать весу и росту ребенка. Поэтому важно очень серьезно подойти к его выбору. Помните, маленький пассажир – это большая ответственность. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.